Добрый день, с вами супермаркет Семян, и сегодня мы поговорим с вами об оригинальной упаковке от компании Китана. На оригинальной упаковке от компании Китана указан логотип компании, название томата гибрида на двух языках, в данном случае это томат Коннери. Указан количество семян в упаковке, номер партии, в данном случае семена не обработаны, упаковано и годен до. С обратной стороны упаковки указана информация о производителе и информация о томате на английском языке. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.